11 октября в среду в интернете появилось видео с бегающей, ориентировочно в районе московского квартала, дикой лисой. Мы связались с руководителем видео испытаний надзвычайных ситуаций та цивильного захисту населення Зуєм Вадимом Анатольевичем. Он сообщил, что об этом случае они знают, но это единичный случай. В случае повторения подобного эпизода в городской черте просил перезвонить по телефону 3-2011 добавочный 158 или 296-96. Отдел примет меры по поимке лисы. Совет на всякий случай контакта с животным избегать. Факт, что лиса бешеная, стопроцентно не подтверждается, но за информацию о месте расположения лисы отдельное спасибо.